той стороны мы до Ленина запустили участок километр с чем-то. У нас здесь 800 метров. Да. Так? В этом году мы делаем две полосы, так? Да. Ну, двустороннее движение. Смотрю, качественный асфальт, борт высокий, это нормально. Меня интересует, насколько здесь учтены все коммуникационные вопросы. Газ, вода, свет не мешают проведению работы? Газ сейчас вложен в футляр, там у нас есть три перехода. Да. Евгений, помните, мы с вами когда говорили, я же вам говорил, что за дорожную организацию вопросы не встанут. Вы мне говорили, что у нас полностью решен вопрос выноса газа, выноса всего. Оказывается, вы сейчас только футляр вам везут, только эти вещи. Как это на процесс называется? Воду вы вынесли, свет вынесли, связь вынесли. Да. Осталось у нас там было три перехода, показываем, да. Показываем трубу. Соответственно, было принято техническое решение, там в проекте было одно решение. Хорошо. Сейчас первый футляр. Хорошо, понятно. То есть, а как водоотведение здесь предусмотрено на дороге? Согласно ГИПу мы собирали, проводили совещание, да. Есть естественный уклон воды по дороге. И, соответственно, вода все. Ну только да, на обстоятельства. Вся вода будет у нас уходить на улицу Ленина, а там есть для него канализация. Будет это все сделано. Хорошо. А значит, как мы уйдем от вот этих вот луж, которые здесь были раньше, жители же спокойно жили, никаких обращений не было. Вот от этой грязи, да? Это будет благоустройство. Здесь будет благоустройство. Да. Хорошо. То есть первый этап мы проходим здесь, ведем дорогу, две полосы. Тротуарная дорожка, я вижу, уже выставляется. Да? По тротуарной дороге? По ребру, да. По ребру. Хорошо. И здесь будет благоустроена зеленая зона. Когда у нас срок работы? Окончание контракта 8 число. 8 число. Кто здесь старший из дорожной организации? Да. Добрый день. Здравствуйте. А когда вы заканчиваете по контракту? Стараемся до 10 октября. До 10 октября. Хорошо. Тротуары вы делаете параллельно здесь, так? Да. Я смотрю, уплотнение делаете по песку, делаете бордюр. У нас здесь какой идет бордюр? По ребрику идет, правильно, чтобы мы дорожный бордюр сюда на тротуары не... Я видел не за вашей организацией, но много делаю, и видел, когда на тротуары делают дорожный бордюр. Да, я считаю, что это вот такой дорожный бордюр, это просто на тротуарах отмывание денег. У вас здесь сделано правильно. Хорошо, водоотведение, это вы тоже смотрите, чтобы не заливало. Да, нельзя работает. Да, нельзя. Это у нас пока слой. Нижний слой. Еще сколько здесь будет? 10 сантиметров, потом выравнивающий 8 сантиметров. Будет 10 сантиметров, будет нижний слой сюда накладываться. Потом выравнивающий слой 8 сантиметров. И слой покрытия шмал. И шмал. Здесь шмал будет? Это хорошо. Это хорошо, да. И я смотрел до этого, приезжал, вы корыто делали, щебень сюда. Какой песок, марки твердости? 800. 800? Да. Хороший твердость. Песок 21 сантиметр, 14 щебня, межэлементарный. Два слоя бетона, два тачные, 22 сантиметра. То есть здесь два слоя у вас бетона? Да. То есть все по проекту? Да.